сегодняшняя стадия, она в том числе касается решения вопроса о том, следует ли возвращать прокурору обвинительный акт, либо следует назначить рассмотрение дела, назначение дела в слушании. Основанием для возврата обвинительного акта прокурору является, вообще все законно, является его несоответствие требованиям Уголовного процессуального кодекса. В нашем случае, поскольку дело является полностью сфабрикованным от самого начала до самого конца, соответственно, обвинительный акт он не содержит и не может содержать в себе никаких положений, которые соответствовали бы закону. Об этом мы сегодня сообщили суду. В мотивированном ходатайстве подали его в письменном виде, озвучили его устно, изложили все наши позиции по этому поводу. И считаем, что обвинительный акт должен был быть возвращен прокурору. Ну, к сожалению, суд постановил решение, которым он отказал в удовлетворении этого ходатайства и назначил дело к рассмотрению.